Monaraga Konjac 100. Советую рассмотреть этот рюкзак как место для приема вещей, потому что, посмотрите, у него три стропы, раз, два, три, для крепления пенок, палаток, внешний карман с этой стороны удобный. Все это брезентовая ткань, здесь карман для дождевика, аптечки. Вот что касается спинки, это рюкзак с мягкой спинкой. Здесь полностью по всему периметру сделана полиуретановая подушка для того, чтобы впитывать под туриста, если он спреет, конечно. Смотрите, здесь поясной ремень очень широкий. Это большой плюс. Здесь он довольно мягок сам по себе. И я вообще рассматривал бы этот рюкзак как место для сбора вещей при сплавах, допустим, да, по реке каком-либо. Либо вы, допустим, приехали в какой-то лагерь, пансионат, и вещи там на двоих человек сюда закинули, и спокойно на машине добрались, и все лежит в одном рюкзаке, очень удобно. Потому что если вы будете ходить с этим рюкзаком в горы, ну, каркаса нет, дюралюминиевых шин тоже нет. Вот, это надо учитывать. Поэтому это идеальная история про хранение вещей. Здесь на стропах можно дополнительно еще вверх эту подушку просто верхний клапан поднять, и еще больше будет литров. Я уж не стал прям на все 100 его закидывать. Здесь я, ну, вот смотрите, сколько еще. Да, вот раз шнурок, два шнурок здесь. И здесь у нас еще карманчик есть, как бонус.